38 глава книга пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли. Сава и Дедан и купцы фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих пророков Израиля, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него, и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу.
и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь».